При Союзе ты мог найти место в жизни, если у тебя был диплом. И большая страна давала такую возможность. У меня одна четверка только. Одна четверка больше. Все, что от тебя требовалось, это учиться. Ну, отвечу, может, позже. Скажу честно, я не был отличником. И меня это устраивало. Я был обычным студентом, который старался получить зачет любыми методами. Особенно в самую горячую пору летней сессии. У меня было два лучших друга-однокурсника. Один круглый отличник, а второго отчислили. И каждый преподаватель считал своим долгом упомянуть мне о них. Хочу похвалить твоего друга Дамира. От далеко пойдет. Как говорил Владимир Ильич Ленин, формально большевиками... Еще бы. Дамир шел к своей мечте медленно, но верно. И красный диплом для него был лишь вопросом времени. А мечтал он о партийной трибуне. Активной антибольшевистской политики. Дамир еще куда ни шло. Ну что, отличник, родители заслуженные люди. А вот Оскар не заслуживает никакой похвалы. А что думать-то? Думать не надо, надо брать. Зато Оскар первый, кто из нас троих начал зарабатывать. Поддельная косметика иногда вызывала аллергию, но его это не заботило. Подругам покажете, маме. Когда деньги вернешь, а? Ахшаны кайтар басын жыл балам газ. Дай Ахша. Не попадет. Дай Ахша, вы же, брат, что ты ругаешься? Какая аллергия? Успокойся. Какая аллергия? Она съела что-то не то. Че, алас норма? Ахшаны кайтар. Если какая аллергия? Когда деньги вернешь? Конца? 15. На. На, санавал. Бустап сана. Ханайм. Да, кстати, его отчислили на днях. Удивляюсь, как его еще не посадили. Если бы Оскар захотел, то он мог бы развести и продолжить учиться. Как он сам говорил, не вы меня выгнали, а я сам ушел. Ну, Ануар, благодарствую. Что бы я делал без тебя? Вот, Ануар, что я говорю всегда. Если у человека есть порядок в голове, у него порядок во всем. Ну что, зачетка с собой? Как вы думаете? Конечно, с собой. Что мне помогало сдать зачет преподу, который очень любил проводить время на даче? Правильно? Отцовская машина. Моя мама замечала успехи других, но не мои. Балам, надо думать только об учебе. Все начиналось по стандартной схеме. Была какая-то подруга, у которой самый успешный ребенок. Сын тети Гуля, Алмаз. Знаешь же, между прочим, он институт... С красным дипломом закончил. Сейчас международный журналист. Мам, ну я же тоже хорошо учусь. Молодец, правильно. Но все равно надо думать. В будущем вступить в партию. Бери пример с Дамира. Вот какой шустрый. Вон по партийной линии пойдет. А так-то я тебя прокормлю. Ты просто ни о чем не думай. Просто хорошо учись. Мам, ну не надо тратить на меня своих пенсий. Дорогие... Соотечественники, сограждане, в силу трудоткнувшейся ситуации с образованием Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Но в один момент великая страна и все надежды, которые были связаны с ней, рухнули. Тогда жизнь разделилась на до и после развала. До – я был уверен в завтрашнем дне, что государство даст мне работу, квартиру, обеспеченную старость. А после... это было будущее, которому я, да и, наверное, никто не был готов. Импортные жвачки, пятна, апельсинов, сигареты. Тогда в стране остановилось все производство. Встали заводы, фабрики. Но я почему-то по-прежнему хотел стать инженером и решил придерживаться своего плана. Продолжать учебу и по ходу подрабатывать. Семен, дай там 5 килограмм мяса, которое мы с тобой приготовили. Видал, какие бабки делает на леваках? Я думал, развал страны сильно повлияет на Дамира. Но он, как ни в чем не бывало, выполнял свою работу, в качестве профорга собирал деньги на различные общественные дела. Пятерочка. Вот сюда, расписывайся. О, салам, Дамир. Че, все умничаешь?
Эй, лицо попроще сделай. Филки считаешь? Чё хотел, говорили ещё. Мне в деканат надо. Ты, короче, давай в универе дискач замутим, а? С меня аппаратура. Ты же активист. Поговори с деканом. Вот трёшка. Поговорю, но обещать ничего не буду. Да, вот так вот мы теряем друзей. Опа. Я Оскар запарил, верни папку. Да не жкнира. Мне же их деканат надо сдать. Да я ж знаю, по-любому щипанешь свое. Оскар вообще никогда не сидел без дела. Он смело брался за любую работу, легко зарабатывал и также легко тратил. Одному мужику ящик загнал, а он мне. Слышь, говорит, а че у тебя этикетки палевые? А я ему, а содержимое тебя устраивает? А по роже вижу, что устраивает. Ты давай там не увлекайся, а то набухаешься. Сейчас, братан, пару ящиков сделаем. На сегодня все. Здрасте. Здрасте. В то время повсюду начали появляться частные видеосалоны, в которых показывали иностранные фильмы. Ну что, лучше из лучших? Видели? Нет. Ну да, что еще? А что, про что фильм? Классный фильм про карате. Ну давай. Пойдем, пойдем. На пиратских кассетах мы видели совсем другую жизнь. Салам, Шамиль, как дела, как продажи? Валяйкум ассалам, спасибо, хорошо. Братан, сделаем пред баранин? Какой разговор сделаем? По вечерам, за пивом и шашлыком, в компаниях можно было услышать разговоры о новых возможностях. Вазовские чеки есть. 4 девятки пригоню с руками за. Это были наши ровесники, которые уже воротили большими деньгами. Я тут как раз через пацанов банк накопал в Москве. Кредиты дают без базара, сразу под контракты. В Макдональдсе похавай. Прикинемся. Сегодняшним рейсом туда, 3 дня там и обратно. Погнали в Москву. Оттянемся, походу. Пока одни стояли в очередях, другие делали деньги. Пусть поздно, но я понял, что настало то самое время, когда надо начинать действовать. Наверное, давно уже с черного хода все продали. Всем привет. Страна развалилась. Никто не знает, что будет завтра. Мы с тобой делаем свою работу, исправно ходим на учебу. Зачем? Диплом же надо получить. Диплом? И ты еще не понял? Специалисты сейчас уже никому не нужны. Нужны деньги. Вот если есть у тебя деньги, ты хоть 3 диплома себе купи. Вот Оскар молодчик, а? Вот он первый, кто из нас подстроился. А мы с тобой плывем вон по течению. И думаем, что все у нас с тобой будет нормально. Доброе утро. Здравствуйте. Вот в наше время сила – это деньги. И деньги надо делать. Именно делать. Правильно говоришь. А? Другой разговор. Ну, братан. Для тебя ж торгаш-то западло. Я хоть сейчас слово про торгаш-то сказал? Не, сказал хоть слово? Сейчас нет. Ну вот. Чистая коммерция. Легальный бизнес, братан. Вот это сегодняшний день. Умные люди говорят, сильное желание достичь чего-то – это уже 50% успеха. Чтобы начать, нам же нужен стартовый капитал. Тоже верно. Пацаны, стартовый капитал – не проблема. Да что такое? Короче, кроме шуток, есть одна идея. Знакомый есть один? Нурла Капаров. Акцепт, что ли? Да. Акцепт – крутая компания сейчас. Нурла стал первый гонять технику из Москвы. Сейчас напрямую из Сингапура. В общем, он нереально круто поднялся. И у меня есть возможность организовать нам встречу с ним.
Базара нет? Тогда тост, пацаны. О! Давай. За наше светлое будущее. И теперь, как прежде, уже никогда не будет. Ай да то! Сильно, да? Ну вот они, первые в стране автоматические двери. Мы захотели перевернуть этот мир. Мы понимали, что наступает время молодых и активных. И нашей главной задачей было заработать первые деньги. Думаю, такие же поставлю себе. Ну что, пацаны, чем могу помочь? Слушай, Нурлан, такое дело. Мы с пацанами хотим заниматься коммерцией, зарабатывать деньги. Хорошее желание. Вот, и мог бы ты нам дать какой-нибудь товар на реализацию? Товар, говоришь? Если это возможно. Ну смотри, можно видеокассеты на реализацию. На хороших условиях. Ну отлично. Продадите, расплатитесь со мной, а там дальше больше. Хорошо. Да. Очень хорошо. Только, пацаны, смотрите, за вами бегать не придется? Да не, 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 не понимаю. В стране был дефицит видеокассет, и они разлетались, как горячие пирожки. Мы занимались всем, что имело хоть какой-то коммерческий вес. Брали у Нурлана товар на реализацию, находили покупателя и перепродавали по более высокой цене. На волне первого успеха мы решили придать нашей дружеской команде юридический статус и организовали ТОО. Все как полагается, по равной доле на каждого. Где расписаться? Распишитесь здесь и здесь, пожалуйста. У нас не было должностей, мы делали то, что могли. И все ради одной цели – стать успешными и заработать как можно больше. Мы не знали, что нас ждет завтра, но нас это не волновало, так как мы были очень довольны сегодня. Садись. Сколько? Да ничего, подвезу так, отвезу. Я, наверное, вам все здесь замочила. Да ничего страшного. Так я познакомился с Анель. Мы проводили вместе дни напролет. И могли часами молчать. Нам даже не нужно было говорить, чтобы наслаждаться друг другом. Анель! Анель! С Дамиром Асковым? Да, мы с детства знакомы. Считай, на одном районе выросли, в одну школу закончили. Верни маслы! А ты что такой дерзкий, а? Отпусти! Давай с Руфом раз на раз, а? Не трогай его, он мой друг. Я выйду с тобой по разам. Эй, Шигул! Мальчики, не деритесь! Вы что, живы? Совсем нюх потеряли? Ну, налей еще. А давайте я буду наливать. Нет, нет, доченька. Сиди, ты же в гостях. Я сама. Был бы жив отец Ануара. Сейчас бы так радовался. Ну, мам. Вскоре я понял, что это девушка моей мечты. Я Марата. Угу. Сколько с меня? 3. Слышь, дружище, интегральные микросхемы не интересуют? Микро что? Микросхемы японские. Ты чё, дефицит?
Ну, неси, посмотрим. Сейчас, минуту. Че? О, хорош. Крут был Леха. Докинули как лоха. Опять же свои. Вон, глянь. Японский. Братан сам с Японии привозит. А для чего они? Ты че? Те, кто шарит с руками и ногами, заберут? Да? Ну, не знаю. Пусть штука 300 стоит. Штука мне 300 тебе. Пойдет, пойдет. Нет, нет, я заберу. А если пойдет, еще привезу. Нормально? Ну, оставь, посмотрим. Все, через пару дней заеду. А, лады. У Оскара было много сомнительных знакомых. Например, Талгат. Опа-на. Это же интегральные микросхемы. Да, японские. 1300 за штуку. А сколько штук есть? Ну, пока 5. Сколько еще можешь поставить? А сколько надо? 500 штук надо. Да? Да без проблем. Ток 1300 цена. Оптовой цены не будет. А что, не уступишь? 500 штук же все-таки беру, не? Не, ну, братан, японские микросхемы, оригинал. Ладно, ладно, все возьму. Давай, скажи своим поставщикам, что завтра я 500 штук в это же время подойду, заберу. Все, договорились. Как зовут? Серик. Все в это время завтра. Эта афера заключалась в том, чтобы выдать копеечные микросхемы за дорогой дефицитный товар. Такие же, да? А? Ага. Смотри, как пошло, а? За сегодня 500 штук уйдет. Я ж тебе говорил, ты че, это ж будущее. А я тут просроченным пойлом торгую. Ну че, все? Все, партнер. Так на мусоре Оскар поднимал приличные деньги, которые тут же тратил на гулянки и девчонки. Давай, давай, давай. За вас! Вот этот козел, который меня кинул, вот этот кудрявый. Сейчас ты ответишь за все, понял? Сейчас ты ответишь. Ты что, чертила, попутался, что ли? Иди сюда! Бизнесом вообще никто не занимается. А мы живем только сегодняшним днем. Надо что-то делать. Выходить на новый уровень. Так не пойдет. Че там? А, пересменка. Командир! А можно пару слов переговорить? Потерпи, сейчас. Дай. На минуту. Как-то Талгат свел нас с одним банкиром. Ну что, ребят, поздравляю вас. Вот ваш кредитный договор. Ну, я надеюсь, человек, от которого вы пришли, предупредил вас о наших условиях? Ну, в принципе, да. Наша шапка 20%. Под шапкой понимал хороший откат. Посмотрите, парни, если что, отвечать будете по закону. Обналичка – очень доходный бизнес. В стране не было наличности, банк давал деньги в кредит, но они лежали на книжке. Обнальчик помогал эти деньги обналичить, естественно, не за просто так. Общий привет. Вот ваш договор. Вот вам ручка. Вот здесь и вот здесь. Подпиши. Так, где ваша чековая книжка? У нас есть какие-то гарантии или что-то? Мы просто подписываем и... Не, пацаны, вы же от Талгата? Да. Ну, он же вам все объяснил. Все будет нормально, никто вас не тянет. Давайте вашу чековую книжку. Так. А, давай. Так. Сейчас мы быстро вас оформим. Ого. Столько печати-то зачем? У нас большие возможности. Но по 23%.
Раздав все откаты и проценты на оставшуюся сумму, мы покупали доллары и пускали их в оборот. Учитывая мощнейшую инфляцию и благодаря удачным сделкам, мы оставались в хорошем наваре. Что, готовы? На счет три кричим бабки. Раз, два, три! Бабки! Теперь мы могли позволить себе многое. Жизнь казалась нам сказкой, деньги жали карманы и успешно тратились. Мы жили сегодняшним днем. Из горла, из горла! Кто из нас горла был? Нелепо? А что, смотрите, а что, поехали в город? Короче, есть контракт на поставку 1 000 000 пачек Мальбора. Ну чё, блин? Талка, нормальные вещи предлагай, чё ты воздух пинаешь? Оскар, это реальное дело. Есть ещё одна тема с Москвой. Канал на конверт и на обнал. Папки загоняешь, клиентам отдаешь, а маржу себе оставляешь. Я сам поехал, на ура деньги обналичил и сам все концы нарыл. Это уже серьезная тема. Талка, это же вообще незаконно, да? Ты, братан, да плевать на закон. Сейчас все так работают. Ты че? Ты же сам хотел новый уровень. Вот он. Надо подумать. Только долго не тяните, ладно? Тема интересная. Если не с вами, так с другими замучу. Ну что, я покатил тогда? Да, хорош. Такие парни, как Талгат, в погоне за легкими деньгами переступали черту. Грязные приемы, которые легко сходили им с рук в обычной жизни, не оставались без ответа в криминальном мире. Да и вообще в те времена заниматься бизнесом было небезопасно. Новый 93-й год я встречался со своими братьями. Говорил, что занят делами на работе. Естественно, это не нравилось Анель. Мама тоже обижалась. Но тогда я об этом не думал. Ну что, доченька, с Новым годом, с новым счастьем. Анелечка! Вскоре, в один прекрасный день, я стал папой. У меня родилась дочь Ружан. Покажи! Анна, братан, ты понимаешь, что ты папа! Давай. Спасибо, ты отцом стал! Спасибо, пацаны. Сегодня можно, сегодня нужно. Давай. Бей, до конца. До дна. О! Красавец! О! Меня Курендек! Я же говорю, на меня похож, Анелька! Курендек! Ой, ну зачем? Зачем мусор? Чего? В 12? Да! 12, я заберу тебя завтра в 12, да? Все, давай, завтра, давай. Вы забыли, где вы находитесь? Я сам приеду к тебе. Что такое? Я сейчас милицию вызову, здесь дети все. Нет, я сам встал, ну. Я все понимаю, заберите своих людей. Говорила я Анвару, не ехать сегодня в Иссык. Ну, где он уходит, а? Так, не желаете. Но я не приехал. Мам, я сама. Про выписку забыли? Спасибо, до свидания. Мама, я сама. Может, давай. Я не забыл, но именно в этот день у меня была важная встреча в пригороде. Закон подлости. В надежде успеть все, я забывал расставлять приоритеты.
Мои дела шли в гору, но семейная жизнь трещала по швам. Что случилось? Твое. Это Марина. Марина Владимировна из типографии. Будет делать нам визитки. Ну, это шутка такая. Ну, что ты начинаешь? Господи, как я устала. Что ты устала? Это Марина Владимировна Смитская. Ануар, тебя целыми днями нет дома. Я знаю, потому что я на работе. У тебя есть дочь, мы по тебе скучаем. Что ты предлагаешь мне? Целый день дома сидеть? Все, мы сто раз с тобой об этом говорили. Зачем ты еще? Я все понял. А давай дома будем сидеть. Давай я, Атеру, Жан, мама дома будем. Зато счастливые. Да. Да что опять не так? Да. С работы прихожу, нельзя со мной нормально посидеть, поговорить, что ли? Салфетки. Куда ты пошла? Анель! Дети, что происходит? Мам, все нормально, ложись спать. А? Все хорошо, мам, ложись спать, пожалуйста. Ануар, Анель ушла. Анара! Что, Оскар? Как что? Я же умираю. Вот твоя меда. Сиди со мной. Чуть-чуть. Оскар наслаждался жизнью, преимущественно ночной. Анара, как на английском официальный представитель? Official representative. Спасибо. Дамир работал над собой. Здравствуйте, Анар. Делал из себя личность. Салам. Что, гулял вчера? Что, не видно, что ли? О, Андур. Там, салам. Пойдем, тема есть у Оскара одна. Как раз с утра тебя ждем. А, да, точно, садись. Ну, что за тема? Помнишь тех людей, с которыми Талга работал? Так вот, они предлагают обнал под 17% в Москве на пол арбуза. А мы уже под 30% ставим здесь, в Алматы. Так пара подходов для начала, и мы в ажуре. М? Ну, что скажешь? Блин, сомневаюсь. Москва далеко. Сейчас кидаюсь всех подряд. Да все нормально будет, я отвечаю. Нормально? А где твой Талга сейчас? Отвечает он. Ты, да там вообще другая тема была. Ну, в принципе, полуарбуза можем ставить, да? Но ты потом, если что, хоть их вытащишь? Я отвечаю тебе. Тем более там серьезные люди. Да? Давай попробуем. В итоге Оскар взял в долг 500 000 000 рублей, и мы отправили их в Москву, где они благополучно зависли. Вазон по 5 принят, ставок больше нет. Пятерка, 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 пятерка. Вот она! Да, сука! Поздравляем! Эй, мразь, ты мне раздашь сегодня, нет? Да убери ты руки, а! Мадр? О. А у нас в кассе бабки остались? Копейка. Сейчас все в обороте. Вообще расширяться надо. В регион надо выходить. Это тема.
Что ты предлагаешь? Я думаю, в Акмалу поехал. Что-то туда возить, что-то оттуда. Да что ты оттуда привезешь? Как что? Зерно, мука, это же виноград. Не, не знаю. Ехать в какую-то дыру. Сейчас все бабки здесь, в Алмате. Все бабки в регионах. Все бабки в регионах, я тебе говорю. Скоро вы это поймете. Не знаю, пацаны. На самом деле, не пусть чем заниматься. Главное, чтобы бабки шли. Не, я бы понял, если бы речь шла об Америке или Европе. Но регионы... Это была их обычная позиция. Все чаще я ловил себя на мысли, что я работал один. Дамир совершал десятки звонков, назначал и отменял встречи, непонятно с кем и непонятно зачем. Но однажды он наткнулся на заманчивое предложение. Пацаны! У меня тема есть одна! Короче, эти два контейнера водки, они получили в зачет за долги. Поэтому цена копейки. Все, отлично. Пломбируйте. Сначала я подумал, что Дамир начал что-то соображать в бизнесе. Но они просят 100% предоплату. Но зато я покупателя сразу нашел. Он лично проследил за процессом сделки, оплатил и принял товар. Наваримся хорошенько. Пацаны, сам все сделаю. Деньги к нашим поступили. Товар ваш. Поздравляю. Спасибо. Встречаем наши миллионы. Ты что, меня кинуть еще? Где остальная водка? Да вы что? Нас кинули. Нам впихнули полупустой контейнер. Вы такую предоплату сделали, где товар? Как щегла развели, лох долбанный. Сидел бы в офисе, подписывал бы бумаги. Хватит орать. Остепенись. Сынок, как там Оружан? Я ее давно не видела. Ну, может быть, ты найдешь время и пригласишь их в гости. Хорошо, постараюсь. Шиндач, когда ты в последний раз их видел? Недавно видел. Я же знаю, ты их совсем не навещаешь. У тебя же вечно не хватает времени. Мам, не начинай. Пала, ты понимаешь, что у тебя растет дочь? Она в тебе нуждается. Ты, наверное, не хочешь, чтобы она при живом отце росла без тебя? Мам, ну, конечно, не хочу. Что ты такое говоришь? Тогда привези мне мою внучку. А Ружан и Анеля любят тебя, понимаешь, Пала? Мам, ну это же не я ушел из семьи. Это она ушла. И забрала моего ребенка. Все, мам, не переживай, давай, а то у тебя повысится давление. Ануар, ну мы до же... До вечера поговорим, мам, давай, целую. Как родители? Тебе правда интересно? Аня, я скучаю по вам. Я хочу, чтобы вы вернулись ко мне. Что-то не очень похоже. За все это время ты ни разу не пришел. Или не позвонил. У нас большие проблемы на работе сейчас. Ну, не надо так смотреть. Ну что, ты можешь спросить у Дамира, у Оскара. У нас застряли большие деньги в Москве. Но завал у нас, понимаешь? Я тебе сотый раз говорю. Все, что я делаю, это я делаю ради вас. Ради тебя, ради Оружан, ради мамы. Я хочу, чтобы у нас все было хорошо. Чтобы у нас с тобой был большой дом. Чтобы ты ходила в самых красивых платьях. Я тебе 300 раз говорила, мне не нужны твои деньги. Мне не нужны эти дворцы. Я готова жить с тобой в однокомнатной квартире вместе с твоей мамой. Просто я хочу, чтобы ты был рядом. Я хочу засыпать со своим мужем и просыпаться рядом с ним. Ближе к концу нашего разговора я поймал себя на мысли, что больше думаю о завтрашней встрече с теми, кто кинул нас с водкой. Мне повезло, что я знал дальнего родственника Анель, Оружан. Ну что, пацаны, вы когда вернете остальную сумму за водку? Ничего возвращать не собираемся. Контейнеры были пустые, вы сами об этом знаете. Ты же сам все проверил, подписал все. Какие проблемы? Гоните бабки. Я повремени с наездом. Это же был кидок на доверие с вашей стороны. Тупая, стрёмная схема. Баур, мы тебя знаем не понаслышке. Но не стоит впрягаться за них. Пацаны на жадности подкинулись. Хотели за хороший товар копейки заплатить. Вот и все, попались. Эй, я в стороне не останусь. Зубы покажем. Пацаны, если так будет продолжаться, то когда-нибудь найдет коса на камень. Ребята заплатят вам нормальные деньги, а я дам схемы, через которые вы нормально заработаете. И все это легально, понимаете? Пап, ты скоро? Да, сынок, сейчас 5 минут. Так что тема интересная. Что за схема? Официант! Мам, папа сказал 5 минут. Все хорошо, Жан, запись. Да кушай пока что.
Бауржан был отзывчивым и предприимчивым парнем, имел много знакомых в разных кругах и хорошо знал, с кем, как и где говорить о делах. Он придумал, как монетизировать нашу проблему. Алло, компания Санда. Да, как вас представить? Это можно исправить, да? Да, исправлю. У вас Бауржан. Кто? Бауржан. Да. Да-да-да, могу. Да, все хорошо. Не, здесь правильно. Как твои дела? У меня хорошая новость для тебя. Тему по водке раскидали. Вчера с ними встречались, все точки над «и» расставили. И канал поставки в регион наладили. Ты доволен? Да. Рад, что помог тебе. Спасибо. Всегда пожалуйста. Да, большое человеческое спасибо. Может, встречу с ними организовать? Не-не, ничего не надо, мы... Короче, они все поставят. Да, главное, чтобы с Дамира списали. С Дамира? Да, чтобы претензий никаких не было. Там железобетонно все спишут. Все, договорились, все. Давай, все, счастливо. Все, до связи, ага. Ага, давай. Раскидали с водкой. О, базара нет. Поздравляю, Дамир. Давай, давай, еще с Москвой осталось раскидать, там деньги кредиторам надо возвращать. Решаются проблемы, брат? Как они решаются? Ты их решаешь, что ли? Вон нам с Бауром повезло, дальше как решать будем? Ямр, хорош, а что ты потеешь? Тебе расслабиться надо. Утро вечером мудренее. Порешаем все проблемы. Анна, на меня посмотри. Ну? Анвар. Тебе отдохнуть надо. А я знаю, как правильно отдыхать, а? Стопудово. Красивая, да, девчонка? А? Красивая, говорю, девушка. Где? Ну, давай подкатим. Может, вместе? Да. Привет, девчонки, отдыхайте. Привет. Не видишь, я тут вообще? Да, отдохни. Меня Дамир зовут. Отсюда. Камила. Привет. Очень приятно. Не видишь, что я видел? Что такое? Что? А? Детский такой, что ли, а? А что? Что, увидим? Да? Добро пожаловать в наш небольшой офис, в котором мы проворачиваем большие дела. Девчонки, добро пожаловать! Проходим, проходим. Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях, да? Не за что. Бьем. Проходи. Девчонки, сейчас все будет. Сейчас музыку сейчас включим. Давай, организуем сейчас все. Что будем слушать? Пробовать. Девчонки. Мы не пьем, мы не пьем. А есть пепси? Это ж как пепси, только алкогольная. Конфеты, девочки. А? Сейчас. О, открывай сейчас. К нам по этому было уже склеить на улице. Сейчас побежим, не переживай. Ты же потирал раньше? Да, вроде потирал. Я, мы. Да. Все нормально будет, да? Сейчас. Давай я. Давай. Попробуй. Больно? Нет. Попробуй. Я тебя раньше не видел в клубе. Как ты сегодня танцевал? А, да. Я часто не хожу. Точнее, вообще не хожу. Сегодня первый раз. Мне брат строгий. Он улетел в командировку. Что за командировка? Он полетел в Америку. Там экономический форум, он с делегацией из Казахстана полетел. А кто у тебя брал? Бизнесмен. Крупный. Бизнесмен? Вроде все брал. Угу. Для Дамира встреча с Камилой оказалась судьбоносной. Я очень скучаю по вам. Слушай, как-то все... Как-то не так пошло, я... Запутался, что ли? Может, тебе нужно время, или... Я просто не могу. Я скучаю по тебе и по Оружан. Я даже по тебе ужасно соскучилась. Правда? Мама очень обрадовалась, что мы с Анной хотим сойтись. Ну, наконец-то! Ну, наконец-то, Валам, молодец! Когда собираешься привезти? Завтра. Завтра? Так, подожди, надо будет порядок нанести, что-нибудь вкусненькое приготовить. Ой, как ты меня обрадовал, сынок. Молодец. Мам, хочу большой дом купить. Или построить. Представляешь? Наш
большой дом. Балам, ты не торопись. Худай халаса, у тебя все будет. Ты помни одно. В жизни самое главное – это семья. Понимаешь? Вообще-то тут все делаю я. Встречи с клиентами, мебель в офис найти, товары растаможить. А кто английский учит? А это я учу. Да? Да. Дамир решил ослепить Камилу размахом своего бизнеса. Да, именно своего. Английский для делового общения. Да, мы просто не хотим оставаться на местном рынке. Мы хотим выйти на рынки России, Европы. Восстановить великий шелковый путь. Когда-то в 16 веке португальцы и генуэзцы открыли свой морской путь. Наш маршрут пришел в упадок. Наша задача – восстановить статус-кво. Понимаешь? Амбициозно. Пока Дамир обхаживал Камилу, я не оставлял надежд выйти в регионы. Для этого я решил полететь в Акмолу и попытаться наладить контакты с местными производителями и представителями бизнеса. Корпорация Cessna уже тогда была крупной компанией. У них даже было письмо благодарности от президента. Ануар? Проходите. Ладно, я пойду. Разрешите? А, конечно. Ануар, Адильбек, да, очень приятно. Да. Это вот мой сын Даурен, познакомься. Ануар. Даурен, очень приятно. Приятно, взаимно. Садись, Ануар. Ладно, пап, ты только про футбол не забудь. Хорошо, сынок, конечно. Да, пап. Садись, Ануар. Чем могу помочь? Ты, я слышал, к нам из Алматы аж прилетел. Да, да. Как, чай, кофе можешь? Не-не-не, спасибо, все, ну, у гостей, да, все хорошо. А, я по делу. Мы много слышали о вашей корпорации, и мы знаем, что вы занимаетесь мукой. Нас сейчас как раз интересует мука, и мы хотим предложить вам бартер. Хорошо, Ануар, но ты имей в виду, мы же не только мукой занимаемся, а мы по разным направлениям работаем. Mm-hmm. Если нужен кредит, пожалуйста, Цеснабанк, лес, строительство, ГСМ. Мы самые большие в регионе. Ну, поэтому я здесь. Ну, это понятно. Что ты можешь нам предложить? Да-да-да, вот, смотрите, вот по ГСМ. Да, хорошо, поняла. Мне удалось договориться о сотрудничестве с Цесной, и я в приподнятом настроении вернулся в Алмату, где меня ждали плохие новости. Мы узнали, что деньги, которые застряли в Москве, уже не вернуть. Нас кинули на 500 000 000 рублей. Как так? Как так? Да сядь и расслабься уже. Да куда расслабься? Не, ну все же хорошо шло. И в регионы вышли, и бабки пошли. И надо было с этой Москвой связаться. А я говорил. Я говорил, что кидало вам много, слушать надо было. Не, ну почему не может быть просто все хорошо? Здрасте. Физкульт, привет. Добрый день. А Скарик где? Нету его, со мной говорить. А ты кто? Ануар, компаньон его. Слышь, глазастенькая, чайку сделай. Хорошо. Ну тогда вопрос к тебе, Ануар. Я вас слушаю. Деньги когда дадите? Какие деньги? Вы вообще кто? Я? Толик я. Толик был человеком, у которого Оскар взял 500 000 000. С ним были шутки плохи. Да, мы вас поняли. Да, я знаю это дело. Мы как раз сейчас над этим работаем. И решим кое-какие проблемы и отдадим вам всю сумму. Сроки поджимают? Да, мы понимаем. Нам нужно немного времени. Сколько? До конца месяца. До конца месяца мы отдадим вам всю сумму. Лады. Да, вы не переживайте. Мы свои обязательства выполняем, и все будет. Совет. С огнем. Не играйте. Так, ребят,
Вы тут у людей деньги взяли? 500 000 000. Сумма большая. Вы по мошенничеству хотите пойти? Мы нет. Кто главный? Слушайте, а можно с вами с глаз на глаз поговорить? Ну или с вами? Но тебе это слишком дорого обойдется. Ну, я думаю, разберемся. Вы попутали? Толика решили кинуть на пол арбуза. Спокойно, тут просто какое-то недоразумение вышло. Давайте я вам все объясню. Чего хочешь объяснить, а? Кому хочешь объяснить? Так, спокойно. Спокойно. Давайте сядем за стол, поговорим. Я все обсудим. Ты что, зубы жму? Так, так, руки убери. Че, пугаешь меня? Пуганный. Кому ты лечишь? Где твой Оскар? Че, за него поставить хочешь? Я надо будет поставлю. Синдрома с любого на. Я надо будет поставлю. Че такие заряженные? Давайте сядем, обсудим. Нормально. Урегулирую вопрос нормально. Че вы? Ребят, может, чай? Я бы еще позагорала. А по мне так нормально. Да нет, еще нужно. О, привет, мальчики. Кашицу. Он нам еще не заплатил. Пошли, Ваночка. Оскар. Давай, Оскарик. Пошли. Оскарик, блин. Шлюги, побольше дела, по-моему. Мы тебя там подождем. О, боже. Ты что творишь, Оскар? Нас всю неделю трясли кредиторы. А ты тут лежишь и отдыхаешь. Это как? Какие кредиторы? Московский обнал, помнишь? Да зачем мы связались с этим? Это еще раз закрути. Кто звал? Алло! Сейчас-то серьезно. Если мы им деньги в срок не отдадим, у нас будут очень большие проблемы. Ты это понимаешь? Пацаны, ну, чего мне мозг компостирует? А? Сука, слушай сюда. Твои проблемы сейчас фактически на мне. И все приходят и спрашивают с меня. Это как, друг? Оскар, ты уже не контролируешь ситуацию вообще. Пацаны, простите, что я вас тянул. Я понял, что надо брать все в свои руки. Все, что у меня было, это фальшивые документы московской фирмы и название банка. Я обратился к Нурлану, потому что знал, что у него есть хорошие связи в Москве. Нур, проходите. Его отлаженный бизнес работал как часы. Порядок во всем. Записавшись к нему на прием в 3, ты зайдешь ровно в 3, даже если пришел раньше. То есть по бумагам мы ничего доказать не сможем. А там деньги просто застряли. То есть в самом банке. И по документам нам просто нечего доказывать. Бумаги чистые. Все чисто, но ничего доказать не получается. Поэтому мне нужна твоя помощь. Ну ты давай, не переживай. Есть у меня в Москве очень хороший друг, Саша. Угу. Я с ним переговорю. Решим твой вопрос. В тот же день я купил билеты в Москву. Ближайшую до Москвы. А вы у меня первый клиент с такой карточкой. Спасибо, до свидания. Да, и поэтому, если вам не сложно, вы нас очень выручите этим. Друг Нурлана мой друг, так что я постараюсь, ну, точнее, я сделаю все, чтобы решить этот вопрос. Саша познакомил меня с человеком, который имел влияние на тот самый банк. Есть вопрос с банком, который Михаил Леонидович возглавляет, его надо решить. Там ребят кинули, да, все считается. Но здесь ко мне люди приходят серьезные, от авторитетного человека из Алматы. Вот у них к этому банку вопросы есть. Ну, хорош, хорош, грузи. Саша. Я тебя давно знаю, уважаю. Верну деньги, я им скажу. Не зря мы здесь, на Москве стоим. Как свои стоим. Смотреть, чтоб беспредела не было. Банк этот под нами. Ну, ты должен знать. Деньги вернутся, но не все. Просто так вот ничего не бывает. Да вопросов нет. 10% тебе. Мы никого не обижаем. Мишу соедини. Повезло. Ануар. Саня, тебя мало держит. Вот если бы ты
сам взял и предъявил. Ну, какие с тобой базары могли быть? Какие? А? Чих. И нет тебя. А нету тела, нету дела. Ну, шучу. Миша. Михаил. А вот и ваши деньги. Готовьте сумки. Там есть еще тележечка. Ну что, парни, по 50? Ты как? Может. Я был удивлен, как один звонок решил проблему. Слушай, Саш, ну если это еще как 2 месяца, то это вообще никак. Что с этим делать? Это надо на себя наматывать. Что делать? Ну, себя наматывать скотчем. Все ваши так делают. Проверенная тема. Да оставь, это потом в портфель положу. Слушай, если у тебя там на родине темы будут, дай знай. Поработаем. Ну, что только не возьмем. Лес, машины. А сельхозтехника есть? Да найдем. Молодой человек, что у вас в сумке? Инструменты. Он со мной, я чуть позже подойду. Хорошо. Проходите. О, как дела? Салам. Все хорошо, как сам? Нормально, нормально. С приездом. Это что, капуста? Ну, не вся. Тут еще вот чуть-чуть есть. Ты че? Как кино прям. Большое дело сделал, брат. Как сам слетал? Как Москва? Да ничего, стоит. Устал немного. Перелет туда-сюда. Давай домой, отдохни к семье. А бабки я сам завезу. Че скажешь? Че думаешь? Сам смотри. Да вы что, пацаны, не доверяете мне, что ли? Я часто думал, как развиваться дальше, как построить по-настоящему большой бизнес. Нам нужен был рывок, качественный рывок. Оскар, ты красивый, шучу. Оскар, хорошая, заколебал уже. Пойдем поговорим. Анара, чай принеси. Че ты ругаешься? Вечно ты ругаешься. Мы тут подумали, тем много. И нам нужны деньги. Нам нужно много денег. Как ты понимаешь, обналом мы больше заниматься не будем. И брать кредиты мы тоже не будем. Это стало невыгодно. Шапка слишком большая. Мы организуем свой инвестфонд. Будем брать деньги у людей под реальные проценты и выдавать им через дивиденды. Все честно и прозрачно. Хорошо. А кто нам поверит? Где мы клиентов возьмем? Вы об этом подумали, умники? Мы организуем мощную рекламу. А бюджет на рекламу где возьмем? Не переживай. Мы все продумали. В этом вопросе, как ни странно, нам помогла моя мама. Балам, как там ваш фонд? Все хорошо, мам. Планируем рекламу давать сейчас. Кассету по радио. А ты помнишь мою подругу Синыш? Ага. Так ее сын недавно телеканал открыл. Может быть, вам нужно дать рекламу на телеканал? Давай я позвоню Синыш, и вы с Арманжаном встретитесь. Я думала, он еще скидку сделает. Как говоришь, его зовут? Я предлагаю вам снять рекламу на хороших условиях. Отлично. Именно за этим я и пришел. А таргет у вас какой? Таргет? Таргет — это целевая аудитория. А, те люди, да, кто будет смотреть нашу рекламу. Это люди со средним достатком и выше. Я договорюсь с продакшеном. Продакшен — это? Ну, это те люди, кто снимает рекламные ролики. А. И дам вам хорошие условия по ротации. Будущее за телевидением. И реклама — это мощный инструмент информировать и просвещать людей. Мы будем заставлять людей покупать то, что мы хотим. Было видно, что Арманжан знает свое дело. Он произвел на меня впечатление, и я согласился. Начали. Меркурий. Неограниченные возможности. Может, ей меньше улыбаться? Стоп! Сейчас. Сейчас поправим. Так, готовим дубль. Саламанов.
Прости, опоздал. Да, ничего, ничего. Опа, Алтел. Чё, твой? Ничего себе ты даешь. Ничего, ничего, завтра и тебе, и Дамир такой же знает. По-другому, Дудь, у меня глаза слезятся, я не могу собраться. Тут подача стоит? Ну, в данный момент сейчас меня раздражает. Красавица, да? Тебя улыбается много. 5 секунд. Она немножко блестит, да, где-то? У вас Леонард Димонов зовут? Давайте познакомимся. Оскар, ты заказчик. Гуля. Очень приятно. А можно ваш номер взять? Здравствуйте, компания «Санда» вас слушает. Верно, да, это инвестиционный фонд «Меркурий». Благодаря рекламе народ быстро узнал о нас. И самое главное, поверил. Поздравляю, Мария Сергеевна. Теперь вы почти наш акционер. Мы работаем здесь с 10 утра до 6 вечера. С перерывом на обед, сейчас в обед. До свидания, проходите. Ваши 10 вагонов пришли. Мы вышли на новый уровень. Это последний вагон. Теперь у нас были деньги, которые мы вкладывали в самый разнообразный товар. Каждая выплата дивидендов порождала все больше слухов. Сарафанное радио делало свое дело. И каждый день у нас появлялись новые клиенты. Ага, вот. Спасибо. Теперь проходите в бухгалтерию и получите свои дивиденды. Спасибо. А больше клиентов, больше оборотных средств. Бизнес процветал. Доброе утро, братик. Утро. Ну, у кого обед уже? Ну, тогда приятного аппетита тебе. Да. Саш, хорошо, что позвонил. Да, я сам собирался тебе звонить. Нужны машины. Много? Да, нужно много машин. Тут спрос бешеный просто. Хорошо, скажи, ага. Какие, сколько. Мы все сделаем. Слышь, Оскарик, повремени-ка. Чё хотел? Ты чё, от нас бегать вздумал, что ли? А может, старый должок мне вернуть хочешь? Пока возможности нет. Как только, так сразу. Эй, хорош, хорош, мужики! Эй, хорош! Успокой его. Оскар, ты походу не догоняешь, что с тобой серьезно разговаривают. Звони своим друзьям, где твой сотовый? Я устал. Пусть они за тебя решают, раз ты сам ответить не можешь. Люди говорят, вы там лавы нехило рубите. Поставим их тоже на счетчик. Это мой косяк перед казино. Я сам отвечу. Только друзей моих не трогайте. Умоляю. Оскар скрывал от нас свои проблемы, а мы особо и не вникали. Салам, Тима. Чё, принёс? Тут, короче, такое дело. Нету бабок. Тогда садись в машину, прокатимся. Можно нет? Слушай, может, ты это, долг перед казино сам закроешь? А я через месяц тебе и долг, иди, чтобы бакс сверху поставлю. Мы сейчас с пацанами открыли инвестиционный фонд. Я там хорошую долю имею, бабки идут. Один месяц, все поставлю, отвечаю. Ну, если что, я в городе же, надо будет, одёшь меня, я никуда не убегаю. Ну, в принципе, я смогу это сделать. Братан, базара нет. Посмотри, Оскар, на этот раз, чтобы все было красиво. Ты понял меня? Конечно, конечно, я тебе отвечаю. А ты сам знаешь. Да не, братан, какой разговор? Для меня автомобильный рынок был всего лишь еще один способ быстро заработать. Привет. Меня зовут Нурлан. Анвар. Вижу, что большую партию машин продаешь. Угу. Молодец. Хорошо бизнес развиваешь. Спасибо.
Так получилось, Ануар, что мы с тобой стали торговать на одном поле. Вот, я как раз по этому поводу. Подожди, подожди. Я знаю, что ты это не специально. И поэтому я хотел тебе сказать. Я хочу, чтобы мы с тобой имели хорошие отношения. Было бы замечательно. Просто что для этого нужно сделать? Не стоит лезть в автобизнес случайными партиями. Если ты хочешь двигаться правильно, делай, как я. Съезди на заводы, специализируйся на сервисе, веди переговоры и, в конце концов, получи официальное дистрибьюторство. И вот когда ты пройдешь весь этот путь, вот тогда мы с тобой будем разговаривать на равных. Да, но у меня уже есть партия, которой нужно... Ну, я могу пойти тебе навстречу. Могу помочь тебе продать твою партию машин. Но на данный момент ты не готов работать на авторынке. Дамир все меньше и меньше уделял внимание нашим делам. А вот и наш столик. Ты что, снял весь ресторан? Да, для тебя. Все его внимание было поглощено Камилой. Выходи за меня. 18 красная. У Оскара все было по-старому. Ты что, сука, мандируешь, а? Ты что меня разводишь? Ты умеешь кутить эту хуйню, а? Оскар, у вас все нормально? Я тебя уволю, поняла ты? Тупая! Оскар, пожалуйста, давайте обойдемся без этого. Я уволю! Не прет, ты что за херня ты страдаешь, ты стоишь, а? Все бабки просрал из-за тебя! А? Вы что, быки попутали, что ли? Я руки убрал! Вы что, быки, сука? Даймер, братуха, тебя. Ну как, все хорошо у вас? Да, отлично. Рису Ануара за мной. Уважаемые дамы и господа, минуту внимания. Подарок молодым от брата невесты Марата Сакеновича, гостя из Москвы, Дмитрий Маликов. Ану, там Марат хочет пообщаться. Камила и Камила, желайте счастья. Да, Малик, привет. Уважаемые, знакомьтесь. Это мой Кьюбала. Спасибо. Да, помните, рассказывал о нем. Поздравления мои. Это его друг Ануар. У меня тоже сын Ануар. Их надо под свое крыло брать, да? Держитесь возле нас. Не пропадете, поможем. Брак с Камилой открыл Дамиру дверь в высший эшелон. Оскар пил и не вылезал из казино, и чтобы спасти нашу дружбу, я решил работать отдельно. А, вот вы какие. А говорили, что на франки похожи будут. Ты что, хочешь сказать, что франки? Да, и не раз. Пацаны, вы же понимаете, что все, больше не сможем вести расчет с Москвой. Все, конец бардаку. Да нормально все будет, что мы придумали. Блин, пацаны, еще не хотел начинать этот разговор. Давайте выплатим кредиторам по долгам и разбежимся по-хорошему. Братан, ты че? Мы же вместе. Да ты че, Анур? У нас такие перспективы открываются. Не-не. Брат Камил еще дорогу даст. Все, это принятое решение. Вы че, пацаны? У меня же проблема. Отпрыгнуть хотите? Да ты сам себе проблем накопал. В смысле сам себе? Оскар, ну реально, ты же все бабки на кайф спускаешь. Вот так вот мы теперь разговаривать начали? Друзья. Да ладно, куда ты, сядь, поговорим. Да вернись, сядь, поговорим, нормально. Да ладно, выдохнет, успокоится, вернется что-то. Блин, Дамир, по процентам. Да это твоя доля? Это Оскар. Он уже и так все просадил. Ну и это моя. Ну-ка. Ну что скажешь? Все верно? Да, верно. Согласен? Да. Слушай, Марат предложил тему одну с недвижимостью. Есть одно здание проблемное. На хозяев дело завели. Марат сказал, что уладит, где надо, поднажмет. Ну, поможет, в общем. Не. Это не моя тема. Какие-то другие игры.
Давайте сами занимайтесь этим. А я буду спокойно делать свой бизнес. Окей? Окей. Только без обид, да? Да, конечно, без обид. Ну ладно, я поехал тогда. У меня пару встреч в городе. Давай, давай. Есть что на сутки? И мы действительно стали работать отдельно. Реже видеться, каждый жил своей жизнью, но я по-прежнему считал их своими самыми близкими друзьями. Мне цветы? Каю. Да, тебе. Хорошо, как сам? Нормально. А Нель Саржон так что? Да, гуляет. Гулять вышли вот. Но маме так не казалось. Здравствуй, Айгалайн. О, здравствуйте, тетя. Это вам. С Новым годом вас. Спасибо большое. Не стоило. Да ладно. Давно тебя не видела. Да, Ваня. Работу. Как дела? Хорошо. Как Камила поживает? Отлично все. Ануар, я хочу, чтобы ты встретился с Маратом. Брат Камилы ворочал такими суммами, что наличность вывозилась из страны самолетами. Я знал, что Дамир выполнял самые разнообразные поручения Марата и его окружения. Есть одно предприятие, его надо возглавить. Я предложил тебя. Ты сможешь. Станешь директором. Ты парень толковый. Работать надо на будущее, экономику поднимать. Видишь, страна развалена. А нам на все это смотреть больно. Надо, чтобы народ жил, предприятия работали, а люди зарплату получали. Так что, давай, братишка, вперед. Я стал вникать в дела предприятия. Дел было много, положение было тяжелое, но я старался как мог. Для начала нужно было наладить каналы сбыта. И я стал искать потенциальных заказчиков и договариваться с ними. Но мы же, в свою очередь, предлагаем вам за 50. Все. Спасибо. Ага. Тут мне помог мой опыт в бизнесе. Правда, пришлось пустить в оборот весь свой заработанный на тот момент капитал. Алло. Здравствуйте, да. Да, прости, сейчас перезвоню. Это я не вам. Да. Все, ага. Перезвоню. Да. По поводу... Да, 55. И, наконец, люди стали получать зарплату. Мара, это дело надо обмыть, но... Да, алло. Завтра... Ануар Туриханович, да. А можно я уже домой пойду? Да, конечно. До свидания. До свидания. Завтра в 2. Ну, как тебе? Татьяна, нам все нравится. Ой, отлично, Балам. Как будет нам задатком теперь? Ну, мы сегодня же отдадим. О, яхса был, да? Тебе нравится? Тебе нравится, дружан? Ей тоже нравится. Ну, отлично. Да? Не балапан, скажи, а? Салам. Салам. Че, переезжаешь? Ага. Переезжаем. Потихоньку. Попал я конкретно. Бабки нужны. Сколько? 50 штук баксов. Деньги надо сегодня поставить. Что случилось? Да там серьезный вопрос. Заварить мне могут. Давай Дамир позвоним. У него такие деньги есть. Отказала мне. Дамир, салам.
Че, как ты? Слушай, Дамир, к тебе Оскар подходил сегодня? Ага. Ну? Ты помог ему? Понятно. Решим. Что-нибудь придумаем. Вместо покупки дома я решил помочь Оскару. Но этой суммы было недостаточно. Братан, перезвоню. Алло, Ануар! Сколько лет, сколько зим? Да, рад видеть. Хорошо, что пришел, а то все дела, дела. Саживайся. Как сам? Да, нормально. Чай, кофе? Нет, спасибо. Я слышал, у твоего друга проблемы. Я как раз на эту тему хотел поговорить. Оскара долги большие. Я хочу их закрыть. У него сейчас семью напрягают. В общем, там, короче, не хватает 20 тысяч долларов. Я обещаю, в течение месяца я все отдам. Если нужна расписка, то это вообще не проблема. Да ты перестань. Я все прекрасно понимаю. Какая расписка? Ты о чем? Не чужие люди друг другу, в конце концов. Сейчас что-нибудь придумаю. Но хочу кое-что сказать. Ануар, ты толковый парень. Расставь приоритеты. У тебя все-таки семья, дети. Избегай проблемных людей. Держи. Деньги, которые я дал Оскару, его не спасли. Здравствуйте. Он же приходил и просил у меня помощь. А я... А я как будто откупился от него. От друга. Не вини себя. Я же тебе рюкзак был самый. Тоже пойдем. Здравствуйте, тетя Крэш. Извините, что не смог прийти. Занят был. Примите мои соболезнования. Здравствуйте. Аман сынба. Сөздеріңді көрсетпедің ғой, Дамир. Сол жұмыс апай. Салам, Аман. Болды, Крэш.
можем переговорить с тобой? Козер. Что менты говорят? Да ничего, тишина. Никто ничего не знает. Никто ничего не слышал. Ты очень занят, да? Да, дела. Слушай, Марат Сакенч попросил с тобой поговорить. Надо предприятие банкротить. Зачем банкротить? Все же хорошо идет. Есть покупатель хороший один. Схема, конечно, мутная, но хорошо заработаем зато. Надо сделать все быстро и тихо. Сам понимаешь, это бизнес. Ну, что скажешь? Я ничего делать не буду. Ну, ладно. Я тебя услышал. Пала. Что случилось? Все нормально? Все нормально. Ты где был? На работе был. Пойдем. Мам, что случилось? Что происходит? Что? Звонят незнакомые люди и молчат в трубку. А? Что такое? Мне кажется, за нами сегодня следили. Сейчас посидите здесь. Сколько ребенка? Слушаю. Алло, вас не слышно. Перезвоните. Все, не переживай, все нормально. Вам показалось. Здравствуй, Ануар. Ты же что гавкаешь? Ты же его знаешь. Здравствуйте. Да. Ануар Туриханович, к вам Дамир. Ануар, Ануар. Что ж ты меня так подставляешь перед Маратом? Я тебя порекомендовал. Зачем ты доводишь до проблем? Мы же друзья. И не такие дела проворачивали. Слушай, я так и не понял. Почему ты не помог Оскару? У тебя же были эти деньги. Так продолжаться вечно не могло. Да. Мне жаль. Я поверить не могу. Что происходит? А? Знаешь, я вот думал, я никак не мог вспомнить, в какой момент ты так изменился. И куда пропал тот Дамир, которого я помню с детства. Ты помнишь, как все начиналось? Как мы продавали печенье, кассеты, как у меня вся квартира была заставлена этими коробками. Мы дрались друг за друга. А теперь ты следишь за моей семьей? Как ты изменился? Как тебя изменили деньги? Подожди. Ты че, с меня спросить решил? Да это мы тебя на теплое место посадили. Ты хоть понимаешь, что за этим очень серьезные люди стоят? Ладно ты, но ты хоть про свою семью подумай. Не дай бог вы кого-нибудь тронете из моей семьи.
Знаешь, у меня в жизни было два друга. Одного не стало, да и второго, в принципе, тоже не стало. И за вот это засуньте себе в жопу! Может быть, попросим счет? Да. Молодой человек, можно счет, пожалуйста. Кстати, привет, на каникулы мы летим в Эмираты. Ура, полетим на море! Не забудь взять свою новую маску, будем вместе нырять. Ура! Там как раз сейчас не жарко, да? Да. У тебя рука с университета отпустят? Ружан, отвлекись от телефона. Папа же спрашивает. Конечно, папочка, отпустят. Я же успеваю все сдать. Нет, у нас. А Ека с нами поедет? Конечно, поедем. Все вместе поедем. Так, спасибо. Ну, пап, ты чего? Сейчас же все через телефон оплачу. Мам, дай мне счет. Сейчас. Через телефон? Да. Все, счет оплачу. Извините, что вас побеспокоил. Вас Дамир Манабекович на пару слов зовет. Ну что, вы готовы ехать на море? Да. Приветствую, Аннушка. Ну, здравствуй. Я смотрю, у тебя все хорошо в семье. Как работа, бизнес? Слава богу, все хорошо. Как сам, как семья. Великолепно. Камила в Европе. Детей пока не планирую. Серьезные дела решаем. Давно хотел с тобой встретиться и поговорить. Говори. Мы же были друзьями. Многое нас связывало. Анвар, если ты считаешь, что я когда-то неправильно поступил, давай объяснимся. Я тебя выслушаю. А ты действительно думаешь, что можно вернуть прошлое? Я уверен. Давай сделаем совместный бизнес. Как тогда, в 90-х. Как ты там говорил? Как прежде уже никогда не будет? Скоро уже не вернешь. Он до сих пор приходит в моих снах. И просит деньги. Все не успокоится. Скажи, Дамир, оно того стоит? Не пойму. Ты о чем, брат? Ты так и не понял, что есть вещи, которые не имеют цены. Слушай, не надо мне тут читать мораль. Прощай, Дамир Манарбекович.
Такова моя история. И вам решать, про что она. Про дружбу, любовь или деньги.